Всем привет! Сегодня хочу озвучить свой прогноз на матч хоккейного чемпионата мира. Четвертьфинальный матч между сборами России и США. Ну что может сказать вообще об этом матче? Я считаю, что безусловно США забьет. То есть у меня вообще никаких сомнений насчет этого нет. Россия тоже забьет. Я считаю, что Россия меньше трех никак не забьет. То есть оборона у США, так мягко говоря, не очень. Вот. Ну, что говорить о командах? У России мега состав, мега атака. С обороны там небольшие проблемы, но они могут забить сколько угодно. То есть, настолько сильная оборона, комбинационная игра есть, очень сильные исполнители. Звездная команда, очень звездная. И последний матч со шведами это подтвердилось. Ну, вообще, если говорить по матчу со шведами, то я считаю, что мы забросили где-то 5 дурных голов из 7, да? Ну, они какие-то левые были. Не то, что, ну, они там были моменты, безусловно, но они вратарь там мог вытащить. Вот. Что я хочу в этом матче поставить? Я хочу поставить две ставки. Это то, что индивидуально тотал России больше трех. Ну, то есть три они забьют, я уверен, Россия. Ну, а больше, ну, я хуй. И вторая моя ставка, общий тотал матча больше 5. Ставки буду делать на BetCity. На каждую ставку буду ставить 10% банка. Всем пока. Ждем матч и повторяем мои ставки.